Здравствуйте, дорогие подписчики канала Калинка Малинка. Сегодня у нас 25 октября. Собираем малину энросодиру в теплице. Хотел бы вам показать. Вот, собрали три ящичка сегодня. Малина Атас. Вкус очень хороший, транспортабельность хорошая. Вот. Хотя уже ночью морозы бьют, но собираем. Немного уже ее осталось, но все равно энросодира дает относительно других сортов. До сих пор дает. Очень ягода хорошая. Хотел бы показать. Вот уже, конечно, листики отходят. Ну, дает уже с начала августа, поэтому ей простительно. Вот такими гроздочками просто много не осталось, потому что уже собрали. Хотел бы вам показать на сегодняшний день. Уже конец октября. Еще вот там здесь, вот видите, еще даже будет спеть. Латералов очень много. Вот даже на подходе еще видите, сколько ее. Вот. Теплицы примерно около 1,82 м рост. Малина отличного качества. Если полки уже у нас где-то недели 2-3 как нету, вот, энросодир продолжает давать. Моровила тоже на улице еще дает. Вкусовые качества, конечно, отменные. Сладость очень хорошая. Видите, да, еще сколько? Вот еще до сих пор вот цветоносы и новые. Видите, и цветет, и зеленый, и уже дает. Ягоды на подходе. То есть, очень достойный сорт энросодира. Ну, такой кратенький обзор я сделаю, чуть тороплюсь. Все, с вами была Калинка Малинка с теплицы с энросодирой 50-метровой. Здесь сажалось 560 саженцев. Вот так. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.